конторе у Мясоров пятый раз стартовали летние инженерные каникулы. На бизнес-смене «Стартапс» ребята от 10 до 16 лет попробуют себя в различных инженерно-технических направлениях и поработают над проектами. Началась смена с пробных мастер-классов. На них ребята познакомились с направлениями работы квантумов, после чего каждый смог выбрать ту проектную команду, в которой ему хотелось бы заниматься. Смена у нас называется «Стартап», «Стартапс», то есть «Стартаперы». Мы учим детей не только создавать проект, но и грамотно его продавать, презентовать, учим защищать свои проекты, выходить на партнеров. На этой смене с нами сотрудничает активно Центр поддержки предпринимательства. Они будут проводить для детей два мастер-класса. Это «Основы предпринимательства» и искусство создания презентации, да, то есть как грамотно подойти к инвесторам. Кванториум Саров дает ребятам возможность не просто получить знания и навыки, но и стать настоящими профессионалами своего дела. Участники смены под руководством опытных наставников создадут реальные бизнес-продукты, которые потом смогут найти свое место в практическом применении. Лучшие проекты, либо прототипы проекта, которые сейчас получатся у ребят, мы возьмем в работу на новый учебный год, привлечем партнеров, и уже это будет развиваться более масштабных, скажем так, вариантах. Да, вот так у нас есть заказчики. Мы работаем с предпринимателями города, также с Global Тестом, с Саров Шоколад, фирма такая есть, Строй Саров, с Сартиньяу Мифи. Несмотря на то, что идет последний месяц летнего отдыха, дети с удовольствием открывают для себя мир новых знаний даже во время каникул. Многие ребята уже не первый раз приходят на смену в Кванториум. Эта смена только хоть началась, третий день идет, но мне уже очень нравится. Также я этим летом была на смене «Партнер Плюс». Мне там очень понравилось тоже. Сначала я сюда не очень хотела идти, но потом я поняла, что тут очень классно, и решила пойти на эту смену тоже. Ожидаю, получения новых знаний и улучшения своего навыка обучения. То есть, в котором он, в принципе, особен тем, что тебе нужно свое желание что-то делать, чтобы здесь заниматься. Для удобства детей и родителей в этом году запустили рейс автобуса до детского технопарка «Кванториум Саров». Ознакомиться с расписанием транспорта или получить подробную информацию можно в группе ВКонтакте или по телефону +7 910 875 20 54. Светлана Юрунова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.